Друзья, всех приветствую. Сегодня воскресенье. Киев, барахолка, у нас небольшой дождик. Но это не мешает нам рассматривать такие интересные вещицы. Это у нас сахарнички по 100 гривен. Такие вот старенькие, с гвоздичками. Салатнички. Вот еще такая фруктовница, конфетница 200 гривен, зеленое стекло. Также салатники по 100 гривен. Вот тарелочки, блюда, чайнички, заварочки. Тут у нас глубокие тарелочки советские. Сколько чайничек стоит петушок? Ой. Золотой петушок. 250. Это один из трех чайничков с набора. А тут у нас, вот смотрите, такая пивная кружечка с крышкой, с керамической, на которой рисунок. И вот такая вот интересная пивная кружка с спортсменом, теннисистом. Клейма нет, неизвестен производитель. Тут много немецкой посуды. Вон еще немецкая кружечка, уже с такой с металлической крышечкой. Чайные пары. Смотрите, какая тончайшая, легчайшая чашечка с таким вот принтом с птичкой, но нет клейма, неизвестно, кто производитель. Интересно очень. Огромные тарелки. Смотрите, какое овальное блюдо, белое с колосками. Тут тоже нету, неизвестно, кто производитель. А на этом столе очень много интересных вещиц. И первое, что я заметила, такая вот бело-синяя, в самом низу трехэтажная банка, как бы для хранения чая. Стоит 400 гривен, ну, чай россыпью. А вот смотрите, какая миниатюрная шкатулочка. Манюнька такая. Это Лимож. И стоит такая шкатулочка 400 гривен. Вот эта вот пузатенькая 800, а скрипка стоит 1200 гривен. Она из фарфора. Смотрите, друзья, какая шикарная фарфоровая с прорезью ваза. Такой рисунок, такой объемный 3D в хорошем состоянии. А сколько такая ваза стоит? Такая ваза стоит $250. А вот еще тут рядом стоит такая вот чашка-кружка. Мне кажется, это хрусталь. И, скорее всего, это тоже пивная кружка. А вот тут очень интересные разные миниатюрные статуэтки. Но мое внимание привлекла вот такая вот шкатулочка. Стоит она 200 гривен. Она металлическая. И вот этот вот рисунок очень похож на петряковскую роспись, крышку. Красивая, такая в розово-красных тонах. А сейчас я заглядываю в один из магазинчиков и вижу тут много иностранной посуды. Вот этот, например, сервиз Велерой Бог. Стоит он 10 тысяч гривен. Сейчас я зайду вовнутрь. Друзья, смотрите, какой здесь ассортимент чайных пар, трио. Вот такая вот оранжевая, белая, немецкая троечка стоит 600 гривен. Да, тут чайные трио по 600 гривен. Пары я видела 200. Разнообразные формы, цвета. Очень красивая посуда. А вот тут смотрите, какой многокомпонентный сервиз. Вот, стоит такой сервиз 6 тысяч гривен, и это Чехословакия. Очень красивый рисунок. В этом магазинчике вообще очень много сервизов, очень много. Белые, цветные, айвори, немецкие, вот, Чехословакия. То есть, кому интересно, я могу потом поделиться контактом.
смотрите, вот какой с оранжевым внутри цветом красивым, необычный чайник, супник. А вот очень интересный набор. Это сервиз Велерой Бог. Это где-то 79-89 года. Вот, цены тут нет. Но вот еще справа вы можете видеть чайный сервиз «Дикая роза». Тоже 70-80 годы. Огромные вазы разных форм, цветов. Чайные, кофейные сервизы. Есть также чашечки и вазочки, и тарелочки, блюдечки поштучно. Вот тут даже есть настенный декор, тарелочки. И вот там в самом верху коллекционные новогодние тарелочки Розенталь. Вот эти вот три черные, очень красивые. Вот также эта тройка стоит 600 гривен. Посуда в хорошем состоянии, вот так визуально. Возможно, вам не хватает какой-то чашечки к вашему комплекту, или вы хотите докупить. Смотрите, какой тут широкий ассортимент разнообразных розеточек, блюдечек, чашечек, молочников, которые можно докупить отдельно себе. Очень интересные экземпляры. Смотрите, какая то ли чашечка, то ли молочник с цветочками. А вот 800 гривен стоит. Не видно производителя, но есть наклейка «Березка». Очень интересно, что это. Вот сейчас я попробую ближе дотянуться к этому красивейшему сервизу. К сожалению, невозможно рассмотреть производителя, не фокусируется, но очень интересно. Может, кто-то знает? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за производитель. Но на этих стеллажах располагается огромное количество посуды. Смотрите, как много. Тут, наверное, сразу по несколько сервизов разных производителей, разных мануфактур. Очень красивые сервизы. И блюда, и супники, и чайники. Очень богатый выбор ваз. Вазы такие крупные довольно-таки, разных цветов. Вот еще сервизы, смотрите, тарелочки, повторы, блюда. Вот еще винтажный Велерой Бог. А тут уже на столе разнообразные шкатулочки, какие-то статуэтки. Вот смотрите, какая красивенная корзина, 1200 гривен. Вот такая маленькая розеточка. Прорезной фарфор. Очень он дорогой, но очень красивый. Смотрите, какие вот еще фигурки тут тоже можно подобрать. Разные статуэтки. Возможно, тут еще есть и Велерой Бог игрушки елочные, но я не видела. Так как тут очень широкий ассортимент, все может быть. Я еще не обратила внимания на бокалы, фужеры. Тут парочку вот вижу, но там в одной витрине я не смогла туда добраться. Очень тоже интересно, потому что у Велерой Бог тоже красивые стаканы. Смотрите, какие сервизы. Ну, а это уже деревянная кровать, вернее, от нее. Две боковые вставки. Стоят они 3000 гривен. Деревянная работа, расписанная вручную. Такой винтаж, потресканный уже. Здравствуйте. А сколько стоит эта фруктовница? А не знаете, что за производитель? Клейма нету. Германия. Германия. 400 гривен стоит такая фруктовница. А почем?
Сколько этот комплект? Чайная пара 150 одна и сахарничка 200. Это не родная, да, крышка? Родная. По цвету отлично. А этот чайник почем у вас? 350. Сахарничка синяя справа стоит 300 гривен. Смотрите, какие интересные сосуды на ножках бараны. Вот смотрите, какая миниатюрная и в то же время яркая фарфоровая кастрюлька. 450 гривен стоит. Самое главное, друзья, а у этого продавца очень много интересного. Софетский фарфор. Вот смотрите, какие чашечки. Это полтавский фарфоровый завод. Такие свеженькие, яркие. Сколько такая пара? 200 гривен. Угу. Вот сервиз. Сколько стоит баранов? Баранов капрошу 30. Новый абсолютно. Угу. Вот это Светловодский завод. А вот эта вот синяя штучка, это что, интересно? База. А база такая, да? Да. Сколько она стоит? 300 гривен. А что такие, это ваши? Мои. А почем? 150 гривен. Смотрите. Если вам понравилось это видео, не забываем ставить лайк, подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями. Пока-пока!